Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Ну что, зайдем на арену и заберем свои награды. Смотритель 15 штук получили с тобой. И... так, понятно, тут эльф, деньги, замок Сакуры и ядерный робот. Так, ну что, ребята, новый сезон у нас. Правда, уже полмесяца прошло. Ладно, ничего страшного. Сегодня будет у нас чисто арена. Вы просили, как говорится, мы исполнили. Ну что, тут можно, в принципе, любой отряд взять. Противник самый-самый легенький. Здесь будет достаточно, я думаю, даже одного самурая. В принципе, да, он сейчас пойдет, всех тут раскурочит. Ну и, соответственно, сферу разломает. Причем, ты посмотри, как выглядит сфера. Разломанная вся, недоделанная какая-то. Хоба! Так, давай-ка мы еще бродягу позовем сюда на помощь. Опа! Тихо-тихо-тихо-тихо! Побежал уже там, сломя голову. Так. Не надо нам никакие стартовые пакеты. Мы как-нибудь обойдемся без этого. Единственное, что я хочу глянуть, это... Ага, ничего не дают. Бесплатно, случайные награды. Интересно. Случайные награды. Ну, как обычно... А не то, что мне нужно. Ладно, мы здесь с тобой не будем ничего смотреть, а погнали дальше на арену. Так, в бой. Награда высшего уровня. Ага, завод будет. А высший уровень... Ты вначале еще попробуй дойти до этого высшего уровня. Так, Джордж Луис. Ну что же, Луис, давай посмотрим. Так, квест завершен, новый противник. В принципе, друзья мои, ну что это такое, а? Ну, трансформаторная будка. Давай, самурай, пошел. Где-то там еле-еле. Это нам не страшно. Я сейчас вызову своего робота. Ой, робота, зомби. Конечно же, зомби. Какой робот может быть? Да-да-да-да-да. Даже похитить никого не смог. Замечательно. Ну что, двигаемся дальше? Да что ты будешь делать? Все время стартовый пакет это предлагает мне. Так, ну что, мы с тобой потихоньку-потихоньку... продвигаемся. Это у нас, я так понимаю, сейчас пока деревянная лига, да? Ну, так назовем. Потом там что у нас? Бронзовая. И в конце золотая или даже алмазная. Пока все довольно легко. Как ты видишь, замки у врага не прокачанные. Поэтому здесь нам никто ничего не сделает. Ну и уровень, соответственно, у него тоже очень маленький. Тут один самурай у нас вообще все сделает на изи. А лучница что-то выпендривается. На тебе. И замку крышка, по ходу дела, да? С удара. Бумс. Все. Продолжаем. Так, что у нас тут? Подожди секунду. А чтобы нам перейти на следующую, что нам нужно сделать, а? А сколько вообще противников нужно убить, чтобы перейти на следующую лигу? Вот что мне интересно знать. Опять трансформатор. Неужели они так любят эту будку свою трансформаторную, а? Скажи-ка мне на милость. Опять голем вышел. Давай, самурай. Покажи этому охламону, где раки зимуют. О, молотильщик, так выглядит смешно. Ты посмотри на него. Да... Давненько-давненько мы такими были слабенькими. Сейчас уже все, ребята. Мы топчики. Причем очень-очень давно. Поэтому я хочу дойти до противников хотя бы своего уровня. Ну, может, чуть поменьше. Так, квесты. Запрос. Гибель империи. Уничтожьте бойцов нефритовой империи. 50 штук. Так. Я не могу понять, мы уже с тобой на первом месте стоим, получается, да? Получается так, ребята, и у нас бронза 2. То есть нет смысла дальше драться. Почему? Потому что у нас 721 тысяча очков. То есть нас вот эти вот ребята никак не догонят. А извини меня, до конца арены у нас 9 часов. Поэтому пойдем проходить теперь основную компашку. Вот, вот это я понимаю, да? Бойцы невидимого фронта. Вот здесь будет сложновато сейчас, конечно, драться. Так, у них что? Тени толкай, робот-спортсмен. Так, молотильщик.
Ну, естественно, щитобот будет под хилботом. Это однозначно. И что же нам с тобой сделать тогда? Если мы возьмем этот отряд, фигня это получится. Потому что молотильщик будет умирать и выпускать свою пилу. Если вот только этот отряд попробовать, давай-ка рискнем. Тут главное не дать возможности, ребята, ему наплодить хилботов. Если он их здесь сделает, ну, больше двух-трех, все. Можно сразу сворачивать удочки, нас здесь размажут. И даже богиня солнца мне здесь не поможет. Так, а он, видишь, что делает? Он специально так делает, под хил... щитобота и хилбота одновременно выпускает. Поэтому давай еще БФГшку попробуем. О, этот еще вышел, блин, тебе не толкай. Вот это фигово, ребят. Так, нам молнии могут помочь, в принципе. Да, молнии нам помогли, слава богу. Так, этот все там тени толкай делает, а, свое грязное дело. Ураганчик, вот это то, что нужно нам. Так, пока они здесь оглушенные, у нас есть возможность их забомбашить. Ну, есть контакт, отлично. Так, я хочу, наверное, богиню солнца призвать. Пора бы ей, наверное, появиться уже на поле боя, как ты думаешь? Так, молнии. Хоть бы... А, нет, попали, попали, все, нормуль. Так, плюс заморозочка. Она почему-то не сработала у нас. Да давай ты, господи, как этот бесит меня, который тебя не толкай. Видишь, что он делает? Притягивает, оттягивает. Богиня солнца, давай жарь их там всех в куче в этой. Вот так вот. Совсем другое дело, ребят. Ну, а теперь уже и сам, как говорится, заводик разрушаем. Ну, что там такое? Опять не получается у вас. Есть. Отлично, я считаю. Тут у нас все получилось. Так, ну что, двигаемся с тобой дальше. Здесь уже будет босс. И это термин 9000. Ну, против этого паренька у нас есть команда. И я даже нисколько не переживаю. И сейчас мы быстренько... Надеюсь, он даже не успеет появиться. Хотелось бы мне так, чтобы было. Что-то пока никто не идет. Мага-воина, наверное, отправим для начала. Так, погоди. Ну да, в принципе, мага-воина. Опять хилботы идут. Ронин. Оба! Замечательно. Пошла, как говорится, рубиловка. Так, Джаггернаут, ты нам тут нафиг не нужен, если честно. Давайте, 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 родные мои. Все. С полтычка мы с тобой прошли. Я даже не напрягался, нисколечко. Тем лучше для нас. Ну что, забираем с тобой сундук роботов и смотрим, что нам здесь выпадет. Так, трансформаторная будка плюс репульсор и 12500 голды. Последняя, по-моему, у нас... О-о-о, подожди, почему-то я думал, что у меня последняя локация. Нет, друзья мои, не последняя локация. Вторая только, потому что это была... Так, это вторая, это значит третья получается. Ну что же, территория нежити нас ожидает. Так, чумная мышь. Плюс голем. Что мы здесь с тобой можем сделать? Чумная мышь и голем. Наверное, взять вот этот вот отряд. Скорее всего, да, придется. Потому что, ну, ребята, против чумной мыши, я думаю, только паладин может здесь хорошо зайти. 275 энергии он стоит. Он, кстати, будет выпускать именно чумную мышь в первую очередь. Поверь мне. Так, давай, паладин. Ты должен ушатать. Так, голем, ё-моё. Так, ну с големом тоже мы с тобой справимся, в принципе. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это вот, ребята, плохо. Вот это очень плохо. Паладин уничтожил мне, прикинь. Так, что мы с тобой можем сделать-то сейчас, по-быренькому хотя бы? Вызвать паладинчика, да? Он еще чумнуху призвал. Эй! Давай-ка завязывай, парнишка, с этими вот фокусами своими.
Так, ладно, я позову еще тогда всадника на журавле. Давай, 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 есть. И он опять вызывает. Он на одних чумных, что ли, сегодня решил сыграть. Так, ну-ка давай голема сюда вытянем немножечко, ага. И, в принципе, друзья мои, все, замку крышка. Отлично. Отдай карточку. Да, немножко напряжно. Без паладина здесь бы было, на самом деле, очень сложно драться. Почему паладин? Потому что, ребята, он по хпшкам очень живучий, это раз. Ну и, во-вторых, он как воздушный царь бьет, так и наземный. Вот в этом, в принципе, его большое преимущество. Так, а здесь, в принципе, то же самое, ребят, сохраняется. Только прибавляется у них призрак бесевый, вот, который будет сейчас мозги нам компенсировать, летая туда-сюда. Так, ладно, опять голем, да, пошел? Опять пошел голем. Так, подожди секунду. Ну, паладин, ну! Так, давай сделаем таким вот образом. Он еще одного голема позвал. Заморозка. Так, пока, ребята, он стоял, это хорошо. Это хорошо все было. Ну, давай, давай, давай. Уничтожаем чумнуху. Плюс молотильщик. Так, и давай, наверное, вот так сделаем с тобой. Вот зря вот такие эксперименты, ребята. Можно было бы сделать большую ошибку. Если бы пролетел бы чумнуха вот сюда бы, да, за грань, то она спокойненько полетела к моему замку и, естественно, нанесла бы урон. Так что с этой вытяжкой нужно поаккуратней. Так, ну что, мы с тобой двигаемся дальше. Смотрим, кто прибавляется здесь. Угу, чумная мышь, голем. Так, и служитель, да, это тьмы. Служитель тьмы. Блин, он голема будет отхиливать за счет моих юнитов, получается, да? Такой у него план. Ну что ж, давай посмотрим, получится ли у него. Видишь, мне его не достать никак. Он будет сзади голема стоять. И чтобы его пробить, нужен такой юнит универсальный, который, в принципе, друидку есть только позвать. Но это надо успеть ее вызвать еще, не забывай об этом. Так, ладушки, давай проверим. Сделаем с тобой вот такой вот ход. Многоходовочку. Так, он вызывает еще, ребят, одного голема. Я хочу... Иди сюда, вот об этом я и говорил, ребят. Вот именно, блин, об этом. Смотри, что он творит, а. Есть. Так, ну и тут еще, конечно же, чумнуха подошла. Так, мы ее уничтожили. Мне нужна друидка. Все, ребят, вызвал друидочку. Теперь ждем. Теперь ждем. А интересно, сможет ли она... Блин, давай так сделаем срочно. Вот, вот, ребята, вот про эти риски я говорю. Такие шуточки могут нам выйти боком. Друидка, давай, 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 подходи, захиливай наших бойцов. Не получилось ни шиша. Окей. Так, ну что, друзья мои, по-моему, все. Финита ля комедия. Доигрались, короче, здесь нежить. И мы уничтожили замок. Отлично. Так, продвигаемся с тобой дальше. Так, предпоследняя миссия. Здесь у них открывается банши. Нет, подожди, какая банши? Это некро. Это у нас некро. Меня раздражает, что здесь у него есть чумнуха. Блин, она меня бесит. Просто. Ну, может быть, вот этот отряд взять? Подожди, а как же я тогда буду с чумными драться? Тьфу ты. Ни два, ни полтора. Ладно, придется опять этот отряд брать. Просто, понимаешь, здесь некро со своими этими скелетиками. Черепушками. Она здесь очень может сделать мне много проблем. Даже паладина стереть в порошок. Потому что паладин сам по себе медленный. А она будет выпускать одного за другим. Единственное, что если молотильщик будет погибать, быстро довольно-таки погибать, только в этом случае. Или же всадник на журавле. Но, естественно, я так и думал. Сейчас будем вызывать всадник на журавле. Он будет вызывать свою чумную мышь, блин. О!
Вот сейчас, кстати, хорошо получилось. То, что нужно. Так, опять идет некро. Я призываю друидку. Ну вот, 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 вот. Сейчас быстро будет тут все разбирать. Друидка, что ты так медленно идешь-то, а? Ну что ты так медленно идешь? Он как в штаны наложивший. Захиливай. Получается у него, нет? Не вижу. Вот, вот это было классно сейчас. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Да ты видишь, по тебе стреляет чумная мышь. Ага, оттолкнули мы ее. Так, подожди, а это у нас предпоследний бой, да? То есть еще босса здесь не будет. Что там происходит? Ничего не вижу, ребята. Суета какая-то. Ураганчик. Давай-ка мы их тут к стенке. А, все. Все, мы уже уничтожили замок. Прекрасно. Так, ну что, ребята, а теперь последний поединок. Кто здесь босс будет? Ага, старый воин. И, в принципе, отряд сохранился. Нет, ну тут, ребята, однозначно берем свой имбовый отряд. Не хочу здесь экспериментировать. Просто, как говорится, как в школе нас учили, да, вызываем мага-воина, который здесь будет уничтожать и чумных мышей, и прочую там всякую ерунду. Так, против голема, естественно, потом мы выпустим. Так, тихо. Против голема придется нам выпускать. Ну, Рони, ну что ты? Так, давай, через отражение. Вот. Вот это другой разговор. Обожаю, когда через отражение все это срабатывает. Вот эти паршивые колобки, а. Да-да, ребята, именно они, бесявые. Давай, накажи эту. Ну вот, некро наказали. Кто там, я пол, служитель тьмы, что ли? Смотри, он отхиливается. Точно. Так, недолго он тут. Слушай, ну служитель тьмы, конечно, вообще урон имеет колоссальный. Оу, щет. Чего? Не-не-не-не-не-не, ребят, так дело не пойдет. Так дело не пойдет, блин. Он сейчас пройдет. Нет, нет, ребят, мы его снесли. Фух. Слава тебе, как говорится, да? Так, карточка на голема нам выпала. Руни, давай, выходи. Поехали опять. Слушай, у нас сколько там? 56 секунд еще в запасе. Но я думаю, что этого хватит нам. Ты посмотри, как эти колобки, а, стараются. Слушай, тут надо было ведьму вызывать, нафиг, и не париться. Успею ли я вызвать ее? Давай, ведьма, уходи. 34 секунды у нас на все про все. Давай влупим, наверное. Как говорится, расчистим себе путь. Потому что 22 секунды. Не хотелось бы, ребята, здесь сейчас сфейлиться, проиграть. А мне подсказывает что-то, что именно так и будет. За 13 секунд. 10. 6, 5. Да тут один удар остался замку этому. Есть. Ребята, на 3 секунде до конца мы все-таки сломали ему замок. Фух. Ну что, мы забираем с тобой награды. Так, сундук нежити. Ну, это все у меня прокачано, насколько я помню. Так, территория захватчиков нас ожидает. Ну, понятно, страж. И слизень-морпех. Слизень-морпех. Так, ну здесь я думаю, что вот эта команда, в принципе, должна зарулить. Здесь тоже неплохие танки. Голем. Ну и, как ты понимаешь, жаба с молотом. Плюс есть поддержка в виде БФГ и ниндзи. Так что должны справиться здесь. Ну что, начнем потихоньку, да? Ну, естественно, будем прикрывать его с помощью ниндзи. Так, и попробуем, наверное, сейчас. Посмотри, как, сколько он, ребята, выдерживает урона. Сейчас, если он еще слизни своего позовет, а он позвал его. Так, молнии. Замечательно. Без единого шанса, называется.
Так, ну он, наверное, успеет призвать еще одного стража. Так, точно, он успевает. А мы еще позовем с тобой БФГшку. Ух ты, ускорение. Все. Ну что, первый поединок у нас прошел очень даже хорошо. На отлично, я бы даже сказал. Так, а вот это уже проблема. Здесь, друзья мои, есть хищнец. И нам нужно будет его с тобой контролировать. Вопрос, как? Чем? У меня нет таких юнитов подходящих, которые могли бы. Голем есть только. Ладно, давай попробуем. Эй-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей. Да как ты нанес урон-то, ё-моё, я уже встал, блин. Все, ребят, тут фейлимся. Тут фейлимся, получается. Да. А на самом деле все должно было быть хорошо. Как он это сделал, ума не приложу. Так, давай ускоряемся, ускоряемся. Я что-то не помню, что такое страшное, слишком мощный. Блин, обидно, конечно, что вот так вот мы проиграли. Не успели чуть-чуть буквально с тобой призвать голема. Не надо мне следующий уровень. Так, давай подумаем, что здесь можно сделать. Ну, здесь у нас Джиггернаут. Он, кстати, тоже стоит дорого. Так, подожди, если я возьму... Вот не получается. Тут только через голема играть. Тут других вариантов нету. Но я не успеваю, понимаешь? У меня не успевает накопиться манна, чтобы его призвать. Ладно, давай попробуем тогда через вот этот отряд. Тут, видишь, расстояние просто коротенькое очень. И он быстро, этот хищнец, к нам приходит. Сейчас попробуем сделать вот так с тобой. Ну, молодечек, давай. Все, но он сейчас опять выпустит. И тогда нам понадобится паладин. Окей. Так, он сейчас опять призовет, да? Все по старой школе. Так, тут у нас, ребята. Да чтоб тебя. Да. Вот как вот их тут бомбить, вот объясни. Этот еще говнюк оглушает, прикинь. Слизень-то этот морпех. Ой-ой-ой-ой-ой. Да ё-моё, что-то слишком часто у него оглушение срабатывает, тебе не кажется? Так, давай-ка мы вот так сделаем, подтянем его, он достал там уже издалека бомбашить. Есть контактиш. Так, пора, по-моему, нам призвать с тобой друидушку. Пора, наверное, призвать. Есть! Все, друзья мои. Вот это я понимаю, вот это нормально. Кстати, нам повезло, что выпало сердечко. А так бы он побежал бы ко мне туда, на мою базу. Так, ну что, переходим с тобой на третий уровень. Ага, здесь уже прибавляется пришелец. Вот это меня тоже не радует. Пришелец. Если я возьму вот этот отряд... Будет ли от этого толк? Или вот этим все-таки отыгрывать? Ладно, попробуем этим. Не хотелось бы, чтобы этот пришелец похищал моих танков. А нам впереди некого поставить, только танки и будут. Получается так. Да-да-да-да-да-да. Лети отсюда. В принципе, если мы с тобой позовем богиню солнца... Можно как вариант сделать, да? Вызвать богиню солнца. Что-то... Еще один. Ха. Так. Вышел, друзья мои, страж. Давай запускать.
Да блин, вот сейчас начнется похищать, а. Нет, 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 богиня солнца, давай как-нибудь. Жарь, 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 пожалуйста, отлично. Так, теперь этого морпеха слизня. Ага. Пришелец попал под столб огня. Именно вот этот солнечный луч. И отдуплился, ребят. Так, молния пошла, пошла. Замечательно. Так, ну что, в принципе, я считаю, наверное, тут и карандашечки им. Потому что уже замок, ребят, все. Да. Здесь мы победили. Так, уже лучше, уже лучше. Так, предпоследний поединок. Твою налево, опять этот хищнец тут, а. Ладно. Тут, по-моему, зато нет пришельца. Так что, друзья мои, ушки на макушке и будем готовиться. Подожди, почему нет хищница? Хищница у них как раз тут и есть. И при всем при этом еще есть тритон. Началось, да? Выжидаем, ребята, выжидаем. Я, может быть, успею поставить богиню солнца. Я успел ее поставить. Так, а вот тритон здесь как бы... И нам и даром не нужен. Так, минус. Ты посмотри, что творит, а. Оу, щит. Ты прикинь, разбомбашили меня богини солнца. Причем так легко и безмятежно они это сделали. Эти-те-те-те. Так, слушай, накаляется, ребята, обстановочка. Очень сильно накаляется. Они еще в кучу все идут у меня, как дурачки, блин. Опять Тритоша появился, а. Естественно, начинает с этого своего луча, щита, блин. Блин, мне нужно, ребята, вызывать, наверное, богиню солнца как можно быстрее. Так, молния. Ага, отлично, отлично. Все-таки, ребят, получается у нас пробиваться. Блин, опять он вызвал его, а. Давай, богиня солнца, иди. Ну что там, блин? Угу, отлично. Так, какие тут у нас успехи? Все, что ли? Неужели? Да, ребята, мы завалили ему замок. Ну что, теперь остается последний поединок. Последний поединок, и здесь у них... Ой-ой-ой-ой-ой. Лорд пустоты. Пришелец. Тритон. В общем, собрал себе, да, там, компанию. Будь здоров, как говорится. Ладно. Мы, в принципе, с тобой ко всему готовы. Главное, чтобы наша тактика не подвела нас. Так, ну что, мак-рыцарь, потом, естественно, сразу же Ронина выпускаем. Ой-ой-ой-ой, вот это я лопухнулся. Вот это, ребята, я лопухнулся. Хотя нет, все отлично. Все у нас получилось. Она успела его подбить до того, как он ее похитил. Да ладно. Нет, выпустил. Успел все-таки, ребят, призывать. Блин. Тритон этот, как ты вовремя, а? Давайте заплевывайте его. Так, давай, Ронин, выбегай. Отлично, сейчас крышка будет. Все. Лорд пустоты, как ты видишь, он даже не появился. Но это его проблемы. Мы, главное, с тобой прошли. Забираем сундук. Сундук захватчика. Ну и что у нас тут? Бородавочник, сфера и 12,5 тысяч монет. Так, насколько я помню, ребята, это последний у нас, да? Уровень. Самурай плюс ниндзя. Самурай плюс ниндзя. А что есть? Нет, это фиговая команда. Блин, а у нас нет другого варианта. Почему, ребята? Во-первых, здесь очень будет коротенькое расстояние между замками. Поэтому нам придется с тобой вызывать самурая против вражеского самурая. И, ко всему прочему, надо как-то успевать тыквоголового вызывать.
Или же зомби-камикадзе. Посмотрим. Да. Слушай, где мои, блин, корни? Ты, блин, сейчас издеваешься надо мной, что ли? Я не пойму. Все, ребята, получили урон. Ну, трындец, короче. Эта команда совсем тут не годится. Совсем не годится. Это, короче, крышка нам. Крышка по полной программе. Офигеть, меня тут раскурочили. Да. Кстати, этот отряд нам нужно с тобой поменять. Это не дело. Что это такое, ребят? Ну, посмотрите. Нет. Ни в коем случае надо менять. Надо менять. Так, заходим сюда. Убираем. Давай подумаем, кого здесь можно влепить. Хиллбот у меня не прокачанный, жаль. Зомби с надгробием очень дорого стоит. Так же, как и остальные все, в принципе, дорого стоят. Можно было бы, наверное, здесь грифона, но он опять же дорогой. Некро взять, в принципе, можно, да? И из простенького... А что из простенького ты возьмешь тут? Когтистый? Вот этот вот парень. Но нам его, наверное, надо еще прокачать. Да, нам не хватило золота. И как ты видишь, у него все-таки не 5 звезд, а 4. Но, тем не менее, я хочу попробовать. Я хочу, ребята, его испытать. Ну что, поехали. Некро, да, значит, у нас тут самураи, все дела. Хуё. Так, сейчас попробуем, ребят, через этого, через воблера. Я тебя умоляю, блин, воблер. Да нет. Все, тут крышка, ребят, все, фейлимся, короче. Слишком маленькое расстояние, чтобы нам сдержать. Понимаешь, атаку. Поэтому я беру имбовый свой отряд. Только для того, чтобы хотя бы, ну, первый поединок, ребят, здесь отыграть. А другого варианта нету. Где они тут у меня? Красавчики мои. Вот. Все, сейчас вот начнем, ребят, тут разруливать. Тут достаточно одного мага-рыцаря, чтобы он на первых порах нам с тобой помог. Давай, иди сюда. Поехали. Естественно, здесь поможет нам отражение. А он, смотри, что делает. Истерику врубает, естественно. Как же ему без истерики-то? А не слишком ли ты зачастил, парнишка? Да все, хуя, иди отсюда. Да, ну на то это и имбовый отряд, чтобы разбираться вот с такими охламонами. Так, друзья мои, двигаемся дальше. Смотрим, что у нас здесь. Так, опять же, и плюс пес храма. Ну, здесь можно попробовать, в принципе, вот этот отряд взять. Да? Тут джиггернаут, он стоит 250 энергии. Но опять же, у них ниндзя, не забываем об этом. Так, ну у них ниндзя, а у нас... Воу-воу-воу-воу-воу, тихо. Нафига я так делаю? Че я тут ерундой занимаюсь? Скажи-ка мне на мил. Не, все нормально. Я удивлен, что зомби даже выдержал, друзья мои. Ты посмотри, что творит. Клетку. Вот и все. Слушай, нам крупно повезло с тобой, если честно. Так, давай, джиггернаут, выходи.
она пищит еще, я не пойму. Завалили. Так, заморозка. Еще одна баллиста выходит. И кинем с тобой клетку. Ну что, этот отряд себя, в принципе, неплохо здесь проявил. Я даже немножко удивился, что зомби наш, вот этот мелкий, противостоял самураю. До тех пор, пока я не накопил энергии на джиггернаута. Это, конечно, меня порадовало. Так, а здесь у них прибавляется черепаха. Арт-обстрел, естественно, дальнобойная. Поэтому надо будет с ней как-то очень быстро разбираться. И, в принципе, у меня есть для этого баллиста. Так, ну что, выпускаем кракена. Ты заколебала, а, ниндзя? Ты просто заколебала. Везде свой нос сует. Да ее не просят. Так, давай ползун, ты где там? Окей. Так, давай клетку, наверное, сделаем. Угу. Как всегда, да? На свое везение, ребята, она фартит. Так, а вон и черепаха появилась. Да, недолго она, конечно, тут плясала, эта черепашка. Да все, 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 хоть ты тут закуякайся, все равно тебе кранты. Забомбили. Ну что, ребятушки, двигаемся дальше. Интересно, у нас хватит энергии, чтобы пройти? В принципе, если не будем фейлиться, то хватит. Так, здесь ничего страшного не вижу. Даже если пойдет у нас копейщик, у нас есть наш маленький зомбик, который будет неплохо противостоять именно копейщикам. Ведь будет же, давай проверим, кто с ней, копейщик или зомби мой. Конечно, мой зомби, ребята, конечно. Так, вот здесь уже немножко похуже будет. Так, нам нужно что... Да иди ты, еще и храмовый пес. Так, нам срочно баллиста. Срочно, прям вот... Прям нужна, как не знаю кто. Как манна небесная. Достали уже тут стоять. Так, ты куда, родной, побежал-то у меня? Так, баллисточка, огонь. Как ты хорошо, а, разбираешься с ними. Со всеми, с этими волхами. Так, самурая в расход. Да их всех в расход, ребят, надо. Всех. Так, монетки забираем. Еще вызываем одного джиггернаута. И у нас клетка откатилась. Вот так вот мы с тобой сделаем. Все, ну, как ты понимаешь, замку трындец пришел. Уже здесь ему ничего не остается сделать, как просто сдаться. Но он что-то там сопротивляется, барахтается еще. Пытается сделать что-то. Ну давай, 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 родные мои, пробиваем. Чего он? Кто там мешает-то все время, не пойму я. Никто. И последний. Последний же, по-моему, поединок, или как? Да, ребят, последний поединок у нас... бог ветра здесь. Ну что же. Наш имба-отряд готов к этим, как говорится, приключениям, к этим испытаниям. Будем надеяться, что он даже носа не подточит. Что-то никто не идет. Тишина какая-то странная, причем. Вышел, да? Хорошо. Оу. Ты-то куда лезешь, а? Пес, вот скажи, куда ты лезешь? Опять истерика. Слишком часто, друзья мои, он врубает истерику. Слишком часто. Это чтобы им неповадно было. Так, сейчас, ребята, я боюсь, как бы лорд пустоты не вышел. Так, квест завершен. Гибель империи. Вот и все. А гибель империи, это, по-моему, надо было 50 противников нефритовой долины уничтожить, если я не ошибаюсь. Так, ну что, забираем свои награды. Так, храмовый пес, сакура и 12 тысяч монет. Так, друзья мои, друидка, 14 карточек. Так, понятно.
Ну и эльф. А мы с тобой летим в следующий телепорт. Так, долина подданных нас тут встречает. Смотри-ка, тут крестьянин и паладин. Крестьянин и паладин. Очень короткое расстояние между замками. Но, в принципе, против крестьянов я знаю, что можно вызывать зомби. А вот против паладина... Против паладина нам пона... Тихо. Смотри, как у меня зомбик, ребята. Как орешки их щелкает. О, замечательно. Зергут, как говорится. Так, паладин, тут как-то вообще не в тему, а? Вот жук крепкий такой, а? Не пробить его, нахрапом не взять. Там еще крестьяне выпендриваются, ты посмотри. Клетка. Всех в клетку, ребята. Пускай посидят и подумают над своим поведением. Ну что, все, наверное, я так думаю, да? Сейчас распетрушим ему замок и победа. Нормуль. Переходим на следующий этап. Смотрим, что у нас тут. То же самое, ребят, ничего страшного здесь нет. Копейщица здесь вообще не авторитет, не шиша. Так что не волнуемся. Работаем по старой схеме. Естественно, зомби будет, наверное, прикрывать. Хм. А где копейщица? Ага, он начал с паладина. Он, друзья мои, начал с паладина. Блин, вот это вот плохо, то, что сейчас, конечно, они будут отталкивать. Поэтому нам желательно бы сейчас вызвать баллисту как можно быстрее. Так. Плюс ползун. Плюс клетка. О, все. По-моему, спеклись булочки, да? Ну, естественно, спеклись. Потому что я вызываю еще одного джиггернаута. Там баллиста у нас, как говорится, все время на стреме. Нет, все, никаких шансов здесь нет у них. Плюс еще ураганчик нам выпадает. Плюс я сейчас позову этого жнеца. Ну и все. И на этом их песенка, ребята, спета. А почему, интересно, их в клетку не взяла, а? На каком основании? На тебе. Шух. Подкашиваем всех. Да, друзья мои. Победный звон, я уже его слышу. Вот так. Ну что, там остается у нас совсем чуть-чуть энергии. Где? Вот только на этом отряде. Хотя, постой. Вот здесь есть энергия еще. Ну-ка, давай проверим. Так, грифон. Блин, грифон, конечно, плохо. Давай, наверное, попробуем. Блин. Попробуем, каким отрядом-то лучше здесь. Наверное, этим все-таки, да? Где есть БФГшка, где есть ниндзя. Так, тихо. Сопляк, ты куда-то побежал-то, эй. Довольный бежит он мне. Ниндзю пока невыгодно выпускать, ребята, потому что... Че, а не слишком ли ты много тут выпускаешь-то, эй, охламонов своих? Несчастных. Так, пора ниндзю туда выпускать уже. Что-то тут как-то напряженка уже какая-то идет. Так, молнии. Хоть кого-нибудь поразили? По-моему, никого, да? Так, сейчас появиться должен грифон. По логике вещей. Вот он, явился, блин, не запылился. Ускоряха. Ну, в принципе, и все. Ему здесь уже шансов вообще на выигрыш нету. Хотя у нас может быть все. Как говорится, шанс на выигрыш может вообще спонтанно появиться. Но, как ты видишь, мы все-таки успели разнести замок ему. Хотя грифон выпустил, да, свой предсмертный хрип. Так, что у нас там в армии, я не понял. Так, секунду. Да ладно, ты серьезно, что ли, друзья мои? Пес храма у нас развивается до последней фуловой 5-й звезды. Отлично. Ну, как ты знаешь, им я не особо пользуюсь, но... Тем не менее. Вы все прекрасно знаете, что цель моей...
игры здесь все прокачать до 5 звезд. Чтобы все было красиво. Так, ладно. Мы двигаемся с тобой дальше. У нас где энергия есть? На каком-то отряде? Вот на этом. В принципе, ребята, здесь что? Лучница, да? Крестьянин, плюс копейщица и паладин 98 уровня. У меня, по-моему, отрядик все под соточку. И я думаю, что здесь мы разрулим эту ситуацию вообще, не напрягаясь. Против крестьяшек я буду вызывать, наверное, щитоботов, если понадобится. Против паладинов, наверное, паладины пойдут. Скорее всего, так сделаем. Ага. Вот что он делает. Вот что он, друзья мои, делает. Так, мне не нужен здесь, если честно, вот этот холоп. Почему, ребята, он мне нежелателен здесь? Так, хорош. Опа, ураганчик. Вообще ништяк. Вообще, ребята, ништяк. Так, друидушка, выходи, пожалуйста. Разберись-ка с этими щеглами. Она разберется, поверь мне. Она здесь сейчас наведет такого шороху. Хотя у меня всадник на журавле там неплохо бомбит. Так, пошли тотемы, друзья мои. Мы еще вот так сделаем. Ой, красота. Ну и все. Все, тут уже, ребят, три тотема. Ты посмотри, как хп улетает. Отлично. Там один тотем на отталкивание, другой на отхил, третий на нанесение урона. Вот такие вот три тотема она выкладывает. Ну что, епископ, да? Ну, естественно, отыграем этот отряд с тобой. Против епископа. Хотя я помню, вроде бы была такая серия, где мы даже своим имбовым отрядом проиграли этому епископу. Если я, конечно, не ошибаюсь. Ну, по-моему, была такая серия у нас, где он меня прижучил конкретно. Так, ладно, давай с тобой. Так, паладин. Слушай, я могу, в принципе, сейчас призвать, сам знаешь кого, да? Ведьму. И этого будет вообще достаточно. Слушай, достала меня эта лучница. Не-не-не-не-не-не-не. Не надо вот этих вот фокусов, Грифон. Иди отсюда. Ронин, Ронин. Так, вот, все-таки успели, ребята, на него посмотреть. Вышел. Сейчас будет щиты хилять. Но мне кажется, против ведьмы это бесполезно. Все, упал. Упал, отжался, парень. 3 секунды и все, друзья мои. И замка как не бывало. И замка как не бывало. Так же, как у нас, ребята, и энергия, по-моему. Она закончилась абсолютно везде. О, 9 гемов дали. Так, а у нас тут территория нежити. Давай посмотрим, что у нас тут получается по энергии. Тут пусто. Да, ребята, везде пустота. Ну что, мы тогда с тобой в следующей серии пройдем обязательно территорию нежити. Тут потом территория захватчиков, роботы и нефритовая долина. И уже телепорт 155-й. Обалдеть, ребят, 155-й телепорт. Да, как-то так. Ну что же, а на этом я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.